Всем привет. Как-то давненько я уже брал вот такую защиту, ну и практически ее не носил. Сейчас решил сделать полную защиту, чтобы защитить стекло, чтобы не отдавать его потом на полировку. Ну и заказал на Алике другую вещь. Да, уже со стеклышком. То есть не надо отдельно клеить ничего на стекло, а потом вставить рамку. Ну, сделано добротно. И это силиконовый чехол. Это не пластик, как в этом случае. Так. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Здесь главное попасть, чтобы подошло. Ну, реакция есть. Посмотрим, как это будет носиться. Но внешне выглядит хорошо. И даже здесь будет отпирать немного, сглаживая на руке. Заодно поменяем эту железку. И все заиграет новыми красками. Резинка самый лучший ремешок все-таки. Ну и вот так вот это будет смотреться на руке. Ну, даже посолиднее, по-моему, чем было. В общем, как-то так.